История должна быть интересной. В этом убеждены клинские краеведы. В том числе и поэтому они стали соискателями премии губернатора «Наше Подмосковье». Наталья Сергеева – коренная клинчанка. Этот факт, конечно же, повлиял на выбор профессии. Уже много лет она трудится в местном краеведческом музее. Вместе с единомышленниками Наталья не первый год работает над программой музейных занятий для детей. Это не просто занудная экскурсия, а целое интерактивное путешествие по истории Клинского края. У нас первое занятие – клин древности. Мы им показываем только вот часть этой экспозиции. Они знакомятся с нашими музейными предметами. И дальше у нас идет вторая часть – интерактивная. То есть мы им рассказываем, мы с ними беседуем, мы с ними задаем вопросы, проверяем тем самым, как они усвоили. Историко-образовательная программа Натальи Сергеевой рассчитана на 2 года, начиная от клинского купечества, заканчивая нашим временем. Название проекта «Клин, сотканный веками» очень подходит под номинацию «Наше Подмосковье» в конкурсе губернатора «Наше Подмосковье». Задачами является научить детей правильно вести себя в музее, познакомить их с развитием денежной системы, с развитием образования, научить бережно относиться к природе, быть внимательными, любознательными. Напомним, что претендовать на премию губернатора могут те проекты, которые реально живут и работают. На сегодняшний день краеведческий музей сотрудничает с многими клинскими школами и детскими садами. Ежедневно Наталья Сергеева и ее единомышленники проводят в музее по 2-3 занятия для детишек. И на этом они не собираются останавливаться. И очень надеются, что участие в областном конкурсе им только поможет. Мы бы хотели, конечно, получить средства для развития нашей программы культурно-образовательной. Вот. На то, чтобы приобрести какие-то новые экспонаты, на то, чтобы наш музей вообще, может быть, ремонт провести. То есть, чтобы дети себя чувствовали более комфортно в нашем музее, приходили всегда сюда с радостью, с интересом.